Он вообще не достает этой херней, блядь. Ты можешь нормальный меч у кого-то украсть? Ты убил уже кучу пидорасов, забери у них алебарду какую-нибудь большую. Этой штукой даже, бля, карликов трахать будет стыдно. Что это? Зачем этот меч вообще нужен? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в Sekiro Shadows Die Twice. Тени умирают дважды. Я, в свою очередь, несколько чаще, чем дважды, но это не беда. Тем более, что прошлый босс, надо отметить, выдался довольно простым. Я убил его там то ли... Третий-пятый попытки, я даже не помню, может четвертый, третий, что-то такое. Мне кажется, четыре попытки, ну не важно. Важно то, что все, он сдох, и я, в общем-то, во-первых, могу тут, по-моему, какую-то дверь открыть, да? Открыть. Да, действительно, так оно и есть, могу открыть. Но, перед этим, я бы, наверное, предпочел сгонять к резчику. Вообще, посмотреть, что тут у меня. Подавление скверны, усилить атаку, вспомнить битву с Гёбу. Давайте вспомним. Память о битве с редким противником, хоть и отдаленное, это воспоминание подкрепило силы волка. В юности Гёбу Онива был вожаком шайки бандитов. И Син победил его в схватке, но был так впечатлен его силой, что взял себя на службу. Чем он был впечатлен? Да он же это изичный вообще. Со временем Онива стал верным самураем и Син. Каким сосина он стал? Он стал сосина полнейшая, потому что я реально не помню ни одного босса в этой игре, с которым я бы так мало сражался. Улучшение выносливости... Изучение навыков, давайте смотреть. Я могу, наверное, что-то уже изучать. Ну давай бой в прыжке, хорошо, давай изучим. Я думаю, полезная штука. Идем дальше, что у нас? Подавление скверны, вылечить боль. Ну вроде нету драконьего поветрия пока. Переместиться к идолу, купить. Давайте купим. Предметы убраны в хранилище. Отдохнуть, переместиться. Крещику, идем к крещику, я же взял там для протеза себе дополнительную хероту, плюс я поговорю заодно с докторшей, тоже может что-то как-то она мне там покажет, подскажет. Плюс, кстати, между прочим, можно кое-куда сходить, уже хрен знает какая серия, там 6-я, 7-я, а я до сих пор там не был. Давайте, кстати, сразу исходим, вот сюда вот, смотрите, я вам не показывал этого чувака вообще, а надо бы. Впервые тебя вижу. Как зовут? Что не скажешь? Судя по виду, ты опытный синоби, или, быть может... прошу, ваш мою скромную просьбу, сразись со мной. Так, ага. Вот, собственно, и сразился. Это вообще надо было этого чувака посмотреть в самом-самом-самом начале игры, на самом деле. Но я как-то мимо него пробежал. Ящик, появился предмет. Предмет из ящика можно забрать за пожертвование. Он сейчас пуст, понятно. Ну чё, понравилось? Понравилось, парень? Могу еще. Так, что скажешь? Ну, давай. Я по-прежнему жив, как я и думал. Такое мастерство поистине встречается редко. Мало кому удавалось убить меня так безупречно. Кто ты такой? Одни говорят бессмертный. Я не могу умереть, вот и живу. А насчет тебя? Что привело тебя в эти развалины? Кажется, у тебя много дел. Скажи, а ты не хочешь попрактиковать на мне удары? Это может пригодиться тебе в твоем задании. Неумирающий противник может оказаться полезным. Считай, я доброволец. Ну, давайте я приму, но... Уклонение отходом... А, ну у него нету, я... А ты заметил, что... Ой, да ладно, 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 хорош. Давай, хорош. Я надеялся у него Микири попрактиковать, а у него, видите, какое-то говно там. Ну, я не знаю, может, если это все отпрактиковать... Потом будет Микири, но я этого сейчас делать не буду, потому что вам это будет на самом деле скучно. А, так только что, блин, написано новое обучение Микири. Опорный прыжок. Как это делается? Синоби может вовремя заметить атаку, выпад и нейтрализовать ее, прижав ногой оружие. Контратаку Микири. Ну, я знаю, как это делается. Только... Ну вот, получилось у меня все. Подождите. Ну, сейчас он меня, конечно, долбанул, да. Это не... Ну, давай еще раз. А сейчас вот не получилось. То есть надо, чтобы именно выпад. Вот. Ага. Ага. Смотрите, я начал понимать. То есть вот во время выпада, когда загорается вот эта херня, я нажимаю просто нолик и все, и контратакую. А чего у меня это не получалось, я помню. Это же элементарно. Смотрите, я 3 раза подряд это сделал вообще без проблем. Ну, видимо, потому что эти атаки, на которых я пытался сделать Микири раньше, и у меня не получалось, это были не выпады, это были какие-то другие атаки. А что еще? Опорный прыжок, ну-ка. Давай попробуем, опорный прыжок. Лишив врага концентрации в бою, можно перепрыгнуть через него опорным прыжком и нанести ему смертельный удар сзади. На враге, лишенном концентрации, выполнить опорный прыжок.
Три смертельных удара сзади, выполняя опорные прыжки. Что-то я не совсем понял. Лишить... Вначале его надо лишить концентрации, правильно? Давай, раз, два, три. Стоп, стоп, стоп. Нет, это не то. Сразимся. Еще раз давайте. Раз, два. Вот так, да? Это оно? Или что? Мада-мада, говорит. Сейчас, подождите. Да подожди. Давай, давай. Раз. Два. Во, вот это вот, да? Так, а смысл его лишать? Если ты его лишил концентрации, нахер этот прыжок тебе нужен тогда? Прыжок, в нем есть смысл до того, как ты лишил концентрации. Вот сейчас вот. Я что-то не совсем понимаю. Я и так его могу убить. Я его уже лишил концентрации. Мне нужно что-то, что мне поможет лишать концентрации. Ладно, короче, неважно. Все, потренировались и хорош. Давай, валим отсюда. Главное, что тут, в принципе, ничего. Вот можно в любое время приходить, практиковаться сколько угодно на этом мужике. Он не против, он бессмертный, ему все равно делать нехер. А ну, давай с тобой, может, поговорим о чем? Хорошо, что вы пришли, господин Волк. Этот дар, он исходит от господина Кура. Говорят, такова сила наследия дракона. Те, кто получает дар воскрешения, оживают раз за разом. Ну, понятно. Хорошо, давай. То значит, с тобой больше не о чем разговаривать. Идем к резчику. Оу, я вижу, у тебя есть кое-что интересное. Механический ствол. Он может вставляться в самый центр. Давай его сюда, я доработаю протез. А что изменится, если его туда вставить? С такой универсальной основой. Не шутить про вставление стволов. Не шутить! Я смогу дополнить твое оружие боеприпасы. Боеприпас? Это то, с помощью чего ведется стрельба из ствола. Порох, куски металла. Найдешь что-нибудь, обязательно приноси. А, показать протез. Установить новый инструмент. Ну давай. Улучшить. О, улучшение инструментов. Встроенные инструменты можно улучшать, расходуя материалы и деньги в меню улучшения инструментов в протезе. Для создания улучшенной версии инструмента нужны его базовая версия, а также все необходимые улучшения предыдущих уровней. Ясненько. Так, сюрикен волчок. Нихера он стоит. Улучшенный сюрикен, который можно усилить энергией вращения. Расходует эмблемы духа, уменьшает раз. Не, ну это классная штука, но у меня как бы в принципе деньги на него, наверное, есть. Смотрите, деньги у меня по идее на него есть. А можно как-то скрыть? Оу. Так, а вихрь, концентрация, Ники. Подождите. Подождите. Меню навыков. А, это не здесь. Сейчас, секунду. У меня, во-первых, в инвентаре тут есть эти кошельки. Я, в принципе, могу. Плюс 100, да? О, у меня 101 монета. И могу, в принципе, еще. Еще могу. Где там инвентарь? Давай еще один кошелечек. Оп. Теперь попробуем улучшить. Тебе что-то нужно? Показать, улучшить. Ну-ка, недостаточно необходимых предметов. А что еще надо? А, железо еще надо, два из... Блин! Ой, как печально. А нахера я тогда эти монеты-то пересыпал? А можно их обратно в кошелек, пожалуйста? Я бы тогда монеты обратно в кошелек пересыпал. Блин. Хорошо, подожди, чувак. Я понял. Сейчас мы попробуем еще, знаете что? Я сейчас еще попробую, может быть... Может, я смогу улучшить какой-то другой? Это недоступно. Усиленный топор, 4... Ёпта моя. Нихера себе. Усиленный огненный клапан. Да, и на него у меня вообще нет материалов. У меня ни на что нет материалов. Абсолютно. Вот сюрикен-волчок еще можно. Короче, давайте так. Железо найду. Если железо найду, тогда, собственно, будем. Тогда, собственно, и будем. Побегу я отсюда. Оба-на. Смотрите, я тут решил побегать, поизучать. Это где мы сражались с этим, со всадником. И тут вот что-то вот, что-то тут находится. Прижаться. А, это он мертвый. Господи, я думал с ним поговорить можно будет. Че я зачем сюда пришел? Мне сюда надо, не надо? Он там что-то торчит. Может, кстати, это и железо будет. Я бы не удивился. Мне бы... Ага, там я был, да. Там я был, там, по-моему, со змеей у нас была ситуация. Где-то в тех местах. Ну-ка, давай, подберем. Что это такое? Глиняный. Да всрался мне ваш осколок. Железо бы дали, блин. Опа. Не желаете купить подношение? Подношение? Именно так. Я продаю предметы, которые подносят мертвым, чтобы они покоились с миром. Сдается мне, на ваших руках уже немало крови.
Давайте же купите подношение. О! Опа-на! Смотрите, можно деньги тратить. Порошок противоядия, пригоршня пепла, легкий кошелек. Божественная капля крови, семечко тыквы. Ого, ну семечко такая, не, конечно, блин. Петарды Роберта 500. Предметы быстрого доступа. Все предметы. Прикольно. Жалко, что у него железа нет, да? Ну, кстати, можно... Божественная капля крови. Но это надо покупать, если будет поветрие, да? Пригоршня пепла, легкий кошелек. Так. Ха. Мне вроде ничего тут особо не нужно, а на что деньги есть? Вот такой. А, кстати, можно еще и продать. Можно еще и продавать предметы, ясно? Ну ладно, продавать я. Короче, тут есть торговец. Более того, тут, оказывается, в этой игре вообще есть торговцы. Вот так вот. Прикольно. Ну-ка, здесь что? Ой. Это поговорить можно, да? И еще. Однако... Ты красавчик вообще. Вот только глаза. Глаза голодного волка. Ты никого этим носом не пенетрировал случайно, мужик? Прежде чем я убью тебя, назови свое имя. Что, имени нет? Все вы синоби одинаковые, так и умираете. Без имен и оплакать вас некому. И все же твоя левая рука. Там протез синоби, он мне напомнил. Стало быть, однорукий волк. Неплохо. А это значит... Секиро. Так я тебя и назову. Это вот эта херня мне дала имя? Я Тенгу из Асина. Идем, Секиро. Ты охотишься со мной на крыс? В Асина пробрались крысы. Рыщут там, как у себя дома. Здесь полно. Их надо убить всех до единой. Похоже, ты неплохо умеешь убивать. Позволь развить себе этот талант. Ну что, Секиро? Поохотишься со мной на крыс? Хорошо. Отлично. Если ты со мной, Секиро, это тебе пригодится. Описание крысы. Описание крыс, прокравшихся в земле Асина. Поговорите с Тенгу, так когда с ним будет покончено. Убийцы из храма Сэмпа низкорослые, носят бамбуковые шляпы. Их несколько в последний раз видели у ворот. Что это? Крысиный лик и место обитания крыс. И убей крысу. Убьешь, и я дам тебе кое-что, что пригодится в битве. А, ясненько. Я, короче, Хитман, агент 47, мать его. Мне какие-то вот носатые елдовые мужички выдают задание. Охренеть, конечно, у тебя писька на лице выросла, дядя. Небось, ниже у тебя не такая же, да? Поменьше, я думаю. Как-то должно компенсироваться. Кошелек, смотрите, взял. Это хорошая штука, да. Это прекрасно. Ну, значит, получается, я должен поубивать в шляпах каких-то уродов, да? Которые находятся где? Находится возле входа в ворота, он сказал, да? Но это вот там, это там, где я сохранялся, правильно? Я, в принципе, могу сейчас подойти туда, сохраниться, чтобы кошелек у меня не пропал, чтобы все было норм. Давайте я подойду, сейчас подсохранюсь. И буду там искать каких-то там мудаков в шляпах, да? Ну-ка, давай. Отдохнем. Отдохнем, как говорится. Так, чего бы нет, выходим. Хорошо, теперь бежим. Куда? Правильно, вот сюда, давай. А, смотрите, мне вот туда предлагают. Можно десять. О-о-о! Блин, кто ж знал-то? Я не готов был. Так, сейчас, секунду. Давай наверх. Ага. Ну тут обычные мужики, я не вижу никого тут в шляпах ни в каких. В каких нахрен шляпах он кого там видел? Не знаю. Ну ты! Блин, вот... Так блокируй ты! А что, он не убил этого волка, что ли? Блок ставь, говорят! На! Вот собака! Не могу одну эту мразь убить! Это уже смешно прям! Так, я думал, если честно, что у меня другое там оружие стоит. Вот встроенный сюрикен. Господи, я сюрикеном пытался волка кинуть, вместо этого обосрался немножечко. Не то, что я хотел сделать. Так, ладно. Не знаю, что там в шляпах, не в шляпах. Не насрать. Будем убивать, кого увидим. Вон там черт. Чем он хуже остальных? Да, можно его убить, я считаю. Давай-ка. Оп. Теперь постелси куда. Ну и вот, в общем, все. Так. А вот там еще какие-то ребята, по-моему, да? Что ты орешь? Нормально все. Не ори.
Не ори, мужик. Сам где. А ну-ка. Оп! Оп! Ой, какая прелесть, да? Все это уготован. Дядечка готов. Так, а есть... Дрожжа нету. Угу. Я, в общем-то, и ответил на свой вопрос, потрясающе. Тихо-тихо. А, блин. Этот меня не увидел, да, придурок? А что он-то... А что такое? А что он вдруг отвернулся-то? А, тут их двое. Тут их двое-то таких красавцев. Так, сейчас, ладно, мы тогда это... Так, повернемся. О, смотрите. Какое-то говно тут пришло. А, все, есть. Не, ну пацаны, вы охерели что ли совсем, а? Вы что, охерели что ли? Две такие сраки идут. Две такие тонконогие моделечки. Такие стройняшечки прутся на меня со своими молотками. Ну куда это годится? Ой, блин, крыши эти просто охереваю вес. Да. Так, а ну, смогу по стелсу, не? Обойти. Походу они меня увидели, да. Судя по этим звукам. Да ладно, похеру, давайте мимо пока пробежим. Я просто хочу вообще понять, что тут ждать нам. Подслушать. Мы правда собираемся вести это в бой? Я тебя понимаю, но разве выбор есть? Такие нынче времена, нам сейчас не до того, что подумают другие. Ты смотри, солдат, будешь дальше так рассуждать, поставь к нему в сопровождение. А он, когда бесится, своих от чужих не отличает. Да по стелсу его бить надо, блин. Вот, все. Все, обоих загандошил. Так, ну и чё, в принципе. Что-то опять меня кто-то видит там, я не знаю. Замок Осина. Может я это выпью? Выпить надо, мне кажется. Не повредит. Так, какой-то чувачок. Ну-ка, давай. Ага. Есть. Стелс прошел успешно. Взяли монеток. Сейчас опять будем подслушивать, да? Ну-ка. Что-то не подслушивается нихера. Что так? Это что такое? Это, блин, не хочу, не надо. Иди нахрен от меня. А что, блокировать же это нельзя, наверное, да? Я как этого пидораса-то заблокирую. Бычара какая-то, смотрите. А у него одна жизнь, кстати. Ну, это конечно, хорошо, но... Что-то я не понял вот это. Ой, обалдеть, ты хоть дай-то мне воскреснуть-то, дядя. Так, меня назад уже не пускают, да? Надо на него сфокусироваться и пожопь его на костыле. Так, подожди, давай-ка ты выпьешь. Да выпей ты, говори. Да что это за херня, блин? Я понимаю, что это за жирный урод, блин, рогатый, я не пойму. Улучшенные версии инструмента. Да не всрали, какие улучшить, что тут можно улучшить, чтобы с этим справиться, объясните. А вот, кстати, внизу тут что-то. Леденец Ако. Повышает урон, наносимый запасу жизни и концентрации противников. Вот это я съем. Просто жесть какая-то, а. Так, ладно. Ага, ну, в принципе, вот так вот от него можно уворачиваться, да? Вот так, когда прыжок делаешь вот в этот вот самый момент. Ну, блокировать, я не знаю, я не вижу смысла это все блокировать. Что тут можно, блин, заблокировать? Ты что, охерел, что я подпрыгнул же? Да я ж подпрыгнул. А что надо тогда делать, этим? Если такие прыжки ему не подходят, что тогда надо делать? Так, ладно, окей. Вот такой вот прыжок, но это должно подействовать, да? Еще прыжок! В какой момент его бить вообще? Тут в принципе нету окна, чтобы его ударить, спокойствия какого-то. Ну нету его. Да хорош там вращаться, ты мудила, блин! Угомони уже ты свой пропеллер в сраке! О, господи, господи, господи! Ой, ужас. Так, ну-ка давай, вот с этого момента, да? Все, одна жизнь уже снесена. Посмотрите теперь на его полоску жизни. Посмотрите, он здоровее самых... Здоров как бык, понимаете? Вот я считаю, что идеальная формулировка. Я не могу по нему попасть, нихера. Нихера не могу по нему попасть. На! Понравилось, не? На еще. Пидорас. Ну, чё? Так, он сейчас сразу развернется и тут же в бой, да? И что вот это мне делать? Ядрить, колотить, а? Не, я, конечно, могу пробовать блок там ставить на всякий случай. Но я не знаю, что. Ну-ка, блок. Ага, херас два. Ну вот вам и весь блок. Так, я, по-моему, умираю потихоньку. Надо бы подлечиться. Так, быстрее лакай свою тут санину. О, боже.
Ну я еще жив, смотри. А можно куда-то, а можно мне куда-то крюком-то зацепиться, пожалуйста? Куда-нибудь крюком мне можно зацепиться? Я вас умоляю, блин. Да что ж ты будешь делать, а? Так, ладно, хорошо, давай. Где он? Блин. Да что это за срань? Что это за херня? Я за Спайдермена как минимум должен играть, чтобы это обойти. То есть, ну кем надо быть, блин? На, лови, пидорас. На, гори, сука. Ну что так? По-моему, это на нем не очень-то подействовало. Да что, господи. Яростный быть. Не, ну ты яростный, я согласен, что ты пиздец какой яростный. Только как с тобой сражаться с уродом? На, блин. Не, ну тут... Я не знаю, вот эти дополнительные оружия, их в принципе можно просто в очко засунуть, они вообще, тут все это говно, оно не действует. Вот эти огни, вот эти топоры и прочие какие-то фалоимитаторы, которым я должен ему якобы там по рогам отточить. Вот, я не знаю, это все как пидорасня с этим быком, не хочу. Я вот чувствую, что это вот это сейчас надолго. Ой-ой. Надо запоминать, да, запоминать. Ты что, охренел? Я уворачиваюсь специально, чтобы ты за мной вот это полностью повторял? Ты что, ебанутый? Бычок, нахер, иди отсюда. На, по жопе. На, да все, не трогай его больше. Его сильно долго трогать нельзя. Так, хорошо. Поехали. Давай. Ой, блядь. Ой, кошмарка. Давай разворачиваемся. Слушайте, а к нему можно притянуться? К нему нельзя, да? Нельзя, вот я пытаюсь крюком. Потому что я не понимаю, с какой позиции мне его бить. Ладно, я там могу, я, допустим, себе Короче, вовремя нажимать клавишу X. Вот в этом здесь, я так понимаю, путь к истине, да? Так, ну-ка давай. Ну давай, сука, ну чё ты? О, есть. Па-па-па-па. Вот музыка-то. Вот музон-то пошел. Та на, блин. Еще один удар. Ну вот так, по чуть-чуть очень. Ой-ой-ой. Не, я как могу, но я не знаю. Это, слушайте, ты постоянно в напряжении в этой игре. Это просто жесть. Как он меня сейчас не ударил? А, ну все, теперь понимаю. Так, давай, выпьем. Не торопясь, главное, что прибухнем, слеганцы. Куда? На... Ай, ёпта, когда его бить? Его некогда бить. У него нету вообще возможности его бить, понимаете? Вот этот, слушай, гонщик сраный, господи, ёпта твою мать. Мы с тобой тут что, я не понимаю, Форд против Феррари снимаем или Турбофорсаж? Ты чё вообще делаешь? Ну-ка. Да. Работает из Сирегены просто, блин, идеально. Ты что ты там ещё вот это нахерачиваешь, нахераборивающий, пидорас? Ух, ковзец. Может, воротами и бить как-то вот? Воротами и бить его сбоку? Вот так, да? Вот так вот. Ага. Так, ясно. Не дотягиваемся немножечко. Блин, и желательно, конечно, не позволять ему зажать. Что это нахрен такой жопой своей меня кастанул? Ай, да... На. Да блин! Я не понимаю, что он как будет делать вообще. Он каждый раз по-разному себя ведет. Ну да. Ну давай. Давай. Хороший. Вот сейчас его сзади, наверное, хорошо в такие моменты, да? Гасить. Вот. Так, теперь что? Теперь еще раз такое же действие, да? Стоять. Да блин. Ой, жесть, а. Просто это какое-то полное говно. Мне не нравится этот босс. Давай мне такого, как всадник. С всадником было повесить. Почему? Сбросил. Этот еблан, блядь, сбросил наведение с него, понимаете? Еблан сбросил с него наведение. Я не нажимал эту кнопку. Конченый ты. Ты не ниндзя, ты хуиндзя, понимаешь просто? Тебя вот посадить вот на эту вертикальную свечку жопой надо. Вот такой ты ниндзя, блядь. Да что это за хуйня, блин? У меня уже сил нет. Тут невозможно не без мата, абсолютно. Я не понимаю, как... Я не могу понять эту битву. Даже битву с бабочкой я ее понимал. Я ее понимал, понимаете? Хоть это было очень сложно. Здесь я не знаю, в какие моменты я должен... Допустим, я уклонился. Когда его жопа будет хоть на секунду без присмотра, понимаете?
Когда это произойдет? Когда можно будет ему там сделать просто полнейшую проктологию просто во все поля? Когда ему провести? Он вообще не достает этой херней, блядь. Кто, зачем ты взял? Ты можешь нормальный меч у кого-то украсть? Ты убил уже кучу пидорасов. Забери у них алебарду какую-нибудь большую. Ну, я не знаю. Что ты ходишь с этой сранью, блин, обдристанной? Она... Да этой штукой даже, бля, карликов трахать будет стыдно. Что это? Зачем этот меч вообще нужен? Как можно против такого, блин, бычары таким мечом? Тю-тю, тю-тю-тю, что там там? Ребята, я очень жестко протупил. Босс вообще изичный. Он, оказывается, блокируется. Вы представляете, эта херня блокируется. Вот, я только что блок умудрился поставить. Сейчас смотрите. Это фактически как сражаться с фехтовальщиком, только гораздо более медленным и тупым, понимаете? Я блокирую каждый его удар практически. Я просто, я думал, что, ну это, у меня один раз не получилось, я думал, что это, ну невозможно. Ну как можно, казалось бы, заблокировать такое говно? Но он вот этой своей маленькой херней умудряется. Ну вот сейчас, наверное, не заблокирует, конечно, да, сейчас я уже умер. Может быть, даже сейчас получится. Так, тихо-тихо. А? Ой, жопу-то подставил, да ненадолго что-то совсем. Давай-давай-давай. О, ой, хорошо, заблокировали, да? Так, тихо. Ну, ага. На, да блин, он не дотягивается этой херней. Ой, ужас. Так, так, что? Как это жестко-то все выглядит? Ой, хорошо повернулся, молодец, молодец. Смотрите, ну, чуть меньше половины здоровья, да? На! Попал я, нет? Нет, походу, хера. Давай-давай-давай. Принимаем боевую стойку и бьем. Ууу, черт, я сейчас умру. Походу, я сейчас умру. Это сейчас огненный иероглиф смерти был, да? Все, это... Так, ну это первые. Это первая смерть, да? Да? Да подожди, я встать-то пытаюсь просто. Дай встан. Я ненавижу быков. Сегодня я узнал, что я ненавижу сраных быков. Перестрелял бы всех к чертовой матери. Это не стоит воспринимать всерьез. Нельзя стрелять быков. Быки хорошие, но вот этот конкретно... Пидорас редкостный просто. Вот, да, понимаете, это главный пидорас среди быков. Вот я уверен, что быки собирались вместе и показывали на него своими, ну, не пальцами, а рогами и говорили: пидорас, ну, пидорас, потому что он пидорас, понимаете? Блок и один удар. Сейчас, во, вот так. Ага, во, блок, один удар. Хорошая тактика, я считаю. Пока что лучше ничего я не придумал. Блок. Ой, вот здесь вот прям блок надо хороший ставить. Так, ага. Ка. Мать, да что творится вообще? На, посраки по твоей, на! Урод. Так, надо бы подлечиться, наверное, да? Давай-ка. Опять блок. Раз, два. Да я не могу попасть. Ну как этой хренью попасть, вот скажите. Ну как? На. Во. Хорошо. Еще на. Да блин. Какой же геморройный парень-то. Господи. Вот надо было тебя бы на кастрацию бы отдать, мне кажется, дед. Это бы было не лишним. Так, еще одна лечилочка. Съедено. Давай, раз, два. Как у него там со здоровьем, кстати? О, смотрите, полздоровья снесли, да? Это он сейчас еще более злой будет, наверное, да? Мне сейчас жопа вообще настанет. Ага. Ужас, я тут горю что-то. Что-то вот очень жестко я горю. Ну-ка, давай еще. Да блин! А! У него здоровья уже ни хрена нет почти. Так, сейчас, сейчас. Подождите, надо удачно воскреснуть, а то он меня сейчас растопчет, пока я воскресаю. На! Ага. Блин! Нет! Живи! Ой, господи. Да вы что, издеваетесь? Я умер! Я умер, блин! Я его почти убил. Я его почти... Ну ладно. Ладно, окей, окей. Уже учимся. О, хорошо. Заорал. Значит, приятно ему очень стало. Так. Раз, два, три. С ним как-то удобнее всего вот в этом углу почему-то сражаться, я заметил. Посреди арены как раз с ним не очень удобно. А вот здесь нормально. Более-менее. Ой. Он меня тут даже как-то ударить сильно-то не... Ну, может, конечно, если постарается, да. Так, давай-давай, блокируем сразу же. Ага, ой, молодец. Так, давай-давай-давай-давай. Ну же. Чё ты в самом деле? Давай. Блин.
Блин, я... Только не умирай! Только не умирай, я тебя умоляю. Пей, пей, пей это говно. Так, вот, давай. А, все, входим, отходим. Обратно отхожу к этой позиции, она, мне кажется, максимально выигрышная. Так, все есть, сейчас. Быстро, по жопе его бей, говорю! Да не таким же ударом-то размашистым, ну... Какой же ты даун-то, секирушка, ну что ж ты в самом деле? Так, что это значит? А? Что? Победа? Победа, ребята, господи. Я думал, я погиб. У меня ведь и здоровье-то сколько. А, сука, бычара. Чтоб ты попал в бычий ад, где тебя бы кастрировали бы круглые сутки. Вот прям как я сейчас. Все, бусина отчеток, лекарство синоби, второй уровень. Пассивный навык, усиливающий эффект у любых предметов. Порой синоби может выжить после такого, что для менее умелого воина означало бы верную смерть. А все благодаря знанию медицины. Изучить эту технику можно лишь после многочисленных ранений в боях. Фух, ну то есть, если бы я долгое время не подыхал, я бы не изучил, я правильно понимаю? А я, кстати, леденец даже не использую. Я леденцы забыл использовать. Ну ладно, я тогда леденцы уберу отсюда от греха подальше. Пусть они будут на черный день в таком случае. Очень бы... А это еще что за пидора... Не, не сейчас! Я не хочу сейчас ни с кем драться, блин! Ой, боже мой. Так. Ладно, окей, хорошо, давай. А! У, слушайте, какая прелесть. Ладно, все. Да. Тогда я не против. Так, не против. Я, если честно, думал, что все сейчас заново, с быком заново, со всем этим говном заново. Это я бы не выдержал. А где идол-то? Сохраниться мне можно, пожалуйста? Блин, вы что, гоните, что ли? Это куда? О, а вот и идол. Так. Ну ладно, одну жизнь у меня отобрали, но... Ты кто? Слава богам! Слава богам! О чем вы молитесь? Эй, а ты слыхал о храме Сэмпа? На горе Конго. Там живет особенный святой человек. Давай помолимся вместе. Слава богам! Да пошла ты нахер. Честно, не до тебя. Ну... А ну-ка, это что такое? Господин Куро. Пора, госпожа Эмма. Да, я знаю, господин Генитира ждет, не так ли? Я вернусь в башню замка Асина. Волк, тот свисток, которым мы пользовались, на этот раз я буду призывать им тебя. Так, ясно, свисток, я помню. Ну ладно. Фух, все, отдохнули, ребята. Все восстановили, все прекрасно. Давайте сразу купим что-нибудь. Ну вот это, например, купим. Я считаю, надо бы. Что еще? Ну, пока на этом все, переместиться, изучение навыков. Какие навыки? О, понятно. Изучение выносливости, усилить атаку, нет боевых воспоминаний, подавление скверны, вылечить. Давай. У вас нет... Понятно. Ну, тогда что? Тогда все. Тогда пока на этом мы заканчиваем. Продолжим в следующей серии. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь. Жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.